Я думаю, что вот яркость этого образа, бунтарство, которое в Кармен присутствует, я имею в виду в первую очередь, конечно, Мэри Мэ, озорство, такая смелость в общении с людьми, очень ее привлекало. Мне кажется, что это, может быть, была одна из причин. И главное – свободолюбие. Ну, я вам даже сказал, что если определить ее характер, то она была и Кармен, и Сольвейг одновременно. Потому что мне с ней было очень легко. Она была очень покладиста и уступчива. Но, несмотря на свою гордость и смелость и бесстрашие, когда она вообще выступала за принципиальные вещи. Ведь она одна из первых подписала тогда письмо вместе с Сахаровым и с другими против реабилитации Сталина. Это были еще 60-е годы, когда это все еще приход Брежнева к власти и желание явное в какой-то степени вернуть Сталина в нашу жизнь. Была вот такая, там Ландау подписал, Сахаров, и из женщины она была только одна. Это была большая смелость и вызов. Так что она была человек очень индивидуальный и собственным взглядом на мир, на жизнь. Но мне повезло. Вот такая же птица мне пришла в руки, чему я бесконечно рад. Конечно, это был подарок судьбы.